что дает мне моя община? Знания, традиции, история, праздники, общение, путешествия, проекты, семинары. А что я даю своей общине? Стань создателем волонтерского движения «Яхот» и присоединяйся к неделе волонтерства «ГИВ». Настало время действовать! А, мы не рассказали про волонтерство. Рассказываем. Обычно волонтеры придумывают и реализуют социальный проект. Он может решать проблемы людей, делать чью-то жизнь радостнее. А еще он дает возможность волонтеру проявить инициативу и занять активную позицию. Готов действовать, но не знаешь, с чего начать? Тогда держи 5 советов, как сделать свой проект. Совет номер 1. Не придумывай велосипед. Решение выдуманной социальной проблемы не меняет этот мир к лучшему. Для того, чтобы найти настоящую проблему, нужно внимательно посмотреть по сторонам, пообщаться с членами общины, спросить совет у раввина и рабанит синагоги. Совет номер 2. Наполеоновские планы? Не сегодня. Спасти человечество – это отличная идея, но давай начнем с малого. Главное в решении социальной проблемы – ее достижимость и сфокусированность. Помочь небольшой группе людей лучше, чем не помочь никому. Совет номер 3. Делай то, что тебе нравится. Во время работы над проектом настанет момент распределения обязанностей. Главное в этом процессе – принцип добровольности. Нужно постараться учесть особенности каждого участника команды. Его желания, его опыт, знания и способности. Совет номер 4. О проекте на одной ноге. Когда идея оформлена, самое время проверочных вопросов. Задай их себе и команде. К какой цели идет наш проект? Связан ли наш проект с реальностью общины? Проект выглядит интересно и новаторски? Есть ли у проекта сроки реализации? Результат, к которому мы идем, можно измерить? Совет номер 5. Лайк, шейр, репост. Рассказывать о своих достижениях не стыдно, а нужно. Наши действия вдохновляют делать добрые дела других. Делись малыми и большими добрыми делами в своих социальных сетях. Ставь хэштеги «Яхот» и «Добрые дела». It's time to give!